Итак, дорогие друзья, показался великолепный отечественный самолет Ан-2, который любовно называют кукурузником. Работает уже многие десятки лет, верой и правдой трудится и на народное хозяйство, и на спорт, и на всех. Посмотрите, какой красавец! Разве это не красивый самолет? Он будет приветствовать жителей Твери. За штурвалом самолета летчик Балденюк Игорь, тверчанин. Пустили какие-то шарики зачем-то. Дорогие друзья, это выброшена пристрелка для того, чтобы выполнить заход и более точно выбросить парашютиста. Сейчас самолет выходит на второй заход и будет выброска парашютистов в воду со свет малой высоты. Участники выброски 2 по 2, мастера спорта, опытнейшие парашютисты. Сейчас я их представлю после того, как самолет выйдет на боевой курс, и вы все прекрасно увидите. Очень зрелищные прыжки. Парашютная система Z15U – это лучшее, что изобретено в мире парашютостроения вообще. Этот парашют позволяет выполнять прыжки высоты 150 метров выше возможной высоты. Эксплуатируется уже и выходит на боевой курс. Не открыли. А, вон, выкинули. Фига. Первый пошел! Безопасный? Спортивный. Ушел. Вот состоялось приводнение. Итак, состоялось приводнение первого парашютиста. Парашютист доставляется на берег. Сейчас по плану выходят три парашютиста друг за другом. Это будет незабываемое зрелище. Три парашютиста. Надеюсь, они хотя бы отсюда начнут, потому что не видно ничего. Точки боевого курса. Я говорю. И готовится к десантированию. И за шпиль зацепиться на носу. Выпускающий контролирует парашютные системы. Все готовы прыгать и полны решимости это сделать, потому что сегодня день города. Вон, появился. А что говорят, два тут. Я думаю, они будут этот разноцветный дым выпускать. Сейчас, может быть, я думал, пригласят какую-нибудь опять кому-то истребителей. Птицы прямо по курсу. Давай, понеслись. Мне интересно увидеть именно, как они оттуда прыгают. О, круто. Фига себе, жестко. Приветствую парашютистов. Смотрите, какая красота. Парашют 5.5U с любой высоты. 100% надежная. Под куполами великолепные парашютисты наши. Мастера спорта Александр Душарев, Александр Зубрицкий, мастер спорта международного класса тверчанин Ядренко. А зачем, почему все не могут так? Первый приземлился мастер спорта Владимир Белкин. У всех по несколько тысяч прыжков, замечательный парашютист. Профессионал, влюбленный в свое дело. А также по секрету скажу, город Тверь. Труется в нашем барахлубе. Думаешь?
знаю, мне кажется, лучшая летчика 20-го столетия. О, типа делает виражи. Заслуженный мастер спорта, девятикратная абсолютно чемпионка мира. Не видно нифига. Спортсменка. Также летают другие спортсмены, готовятся и побеждают. Поэтому мы обращаем внимание жителей Твери. Мы находимся в Кимском районе, 100 километров от Твери. Приезжайте, прыгайте, летайте, получите огромное удовольствие на всю жизнь. Итак, Сергей Карачковский. Обратите внимание, петли, развороты, бочки. Весь арсенал, который только есть выше пилотажа, можно выполнить на этом замечательнейшем самолете. Блин, не видно. Что Сергей и демонстрирует. Хочу сказать, что очень опытный инструктор. Под его руководством воспитано очень много хороших, сильных спортсменов и просто влюбленных в небо людей. Как можно не влюбиться в небо, глядя на вот эти полеты, на прыжки? Поприветствуем Сергея. Ну, конечно, не слышно, но я понимаю, энергетика ваша не передаст. Он будет выполнять свою полетную программу. Сильных спортсменов мирового класса. Там все на одном самолете делается. Вот Сергей выполняет очередной разворот. Видно очень хорошо. Пилотирует уверенно. Сергеем Карачковским. С праздником вас, дорогие жители Твери. Солнце, Сергей Карачковский будет приветствовать этого авиашоу. Поприветствуем Сергея Карачковского и великолепное создание советского народа самолет ЗАГ-52. Шарики.
воздушная. Интересно, ливанет или нет? Смешай. Я тебе мешаю? Проблематично открыть, вот они снаружи открывают. На этом Сергей Мирошковский свою работу заканчивает. Он благодарен. Я куда туда улетел? Нет, он видишь, от ветра. А они сейчас будут вдоль потока. Ветер, что да. Все быстрее. Он выпрыгнул, да? Видишь, просто ветер туда дует, он набирает. Сейчас фига мешок с говном выкинет. Первый пошел, обратите внимание. Люди-крылья, люди-птицы. До чего дошли современные парашютные технологии. Справа пара Леонид Сигалов, Сергей Пантелеев. Слева в стороночке Александр Розаренов. Да они сейчас далеко улетят. Да они сейчас другая будут. Три мешка с говном летят. Ну, видишь, один уже раскрылся. О, там прикольно. Обратите внимание, раскрытие парашютов и дальше расчет на приземление. Очень эффектный, красивый прыжок. Сколько вот они летели? Секунд 15-20? Я думала, они так до земли почти. Я тоже надеюсь. Ну, видишь, они не экстремалы. Это вот, которые со зданий прыгают в горах. Они, да. А эти, видишь, может быть, здесь в городе опасные. Не, они разрешают просто. Если они что-нибудь такое опасное сделают, то больше не пригласят. Там даже не видно их особо было-то. Так, тут ну, увеличь. Пойдем мы с Максимом, да? Да. Леха и катаем. Видишь, ты спортивный, видишь, они быстро падают. Да, это вообще закрутило его. Ну, специально так. Чтобы, видишь, если как... получится, один может сальто сделать. Ничего себе. Типа, видишь, а тебе просто порядок. А на таких же, что ты видела, можно разогнаться, типа, с обрыва. Ну вот, то, что мы смотрели на Тримарсе. Поприветствуем. Чувак летал. Перед вами мастер спорта Александр Розаренов. Целится в водочку. Поближе просто, не хочет долго купаться. Мастерский заход, великолепное приземление. Саша, тебя приветствуют все три. У них же как это называется, они там приземляются в круг, цель. Они просто по очереди. Сейчас и бежит второй сразу, да, значит туда же все пойдут. Следом приземляется... Сергей Пантелеев, рекордсмен мира, мастер спорта. Вот он перед вами, Сережа, красава. Аккуратно, там красивые девушки. Молодчина. Итак, следующий Леонид Сигалов, мастер спорта, также рекордсмен мира. Он перед вами. Это лучшие винсьютеры нашей страны. Когда первый прыгал, здесь ветра не было. Ну, падал. А сейчас уже что-то ветер поднялся, вот они не смогли, наверное, именно в точку. Поприветствуем. Ребята, вы молодцы. Ваше мастерство высочайшее. Итак, вверху, в следующем заходе, две тверчанки и одна москвичка Полина Царева, Ольга Одинцова и Алла Любезнова. Вот они, наши красавицы, наши амазонки. Причем две из них из Твери. Видишь, как сносит оттуда сюда? Коктейляк. А там, может быть, ветер даже в другую сторону сверху будет. У меня знакомый, когда на нашу телебашню забирался,
Он пока поднимался, там потоки воздуха. Где-то его вообще нету ветра, а где-то он дует, аж сносит. Да, он их сносит. Хорошо. Можно развернуться в другую сторону полиции. Внимание. Перед вами в воздухе находятся три девушки. Ольга Сергеевна является мастером спорта международного класса, Ольга Сергеевна Одинцова. Несколько лет назад она прекратила активное занятие парашютным спортом, именно выступление на крупнейших соревнованиях. Она стала чемпионкой мира среди ветеранов парашютного спорта. Она является 33-кратной. Рекордсменка мира и просто замечательный, хороший человек. Вот по таким людям мы и судим о жителях Твери. Потому что замечательные, добрые, сердечные, профессиональные люди. Это вы все те, кто сегодня празднует этот праздник, день города Твери. Вот девчонки заходят. Это Алла Викторовна Любезнова. Двукратная чемпионка всего Советского Союза. Вот на комбезике. Замечательная спортсменка. Все ее любят, уважают. Пользуется огромным авторитетом в нашей большой стране. Вот она с флагом Российской Федерации. Аллочка! Все тебя любят. Вот она делает расчет, заход на посадку, на приземление. И готовится к приземлению. Там, там дергаешься за что-то? Да, за стропы. Вот за эти, видишь? Ускорило падение, чтобы попасть в цель. Вот она еще ручками машет, кокетка наша. Замечательная спортсменка. В Твери, очевидно, все такие девушки, красавицы и кокетки. Как наша Алла Викторовна. Они быстрее приземляются. Следующая заходит Ольга Сергеевна Одинцова. Мастер спорта международного класса. Тоже великая тверская спортсменка. А сейчас прыгать нельзя. Многие ее знают, многих она воспитала, дала путевку в жизнь. По сей день она занимается парашютным спортом, великолепно, профессионально прыгает. И я думаю, она рано ушла из парашютного спорта, из активного парашютного спорта, имею в виду профессиональные соревнования. Есть еще, как говорится, порох пороховницей у Ольги Сергеевны Одинцовой. Ольга Сергеевна, помаши нам ручкой. Ну, напротив звезды переполнить на призыв. Ольги Сергеевны флаг города и области. Она как истинная патриотка. Себедов лежит прямо у воды. Вот с таким флагом прыгает. Скажи, мы напротив звезды. Ольга Сергеевна, приземляйся, моя родная. Мы вот около воды прямо. Поприветствуем Ольгу Сергеевну Одинцову. Ольга Сергеевна, ты лучшая, как всегда. Ура! Олечка, супер. И Полина Царева. Наша гордость, наша краса. Чемпионка России, мастер спорта. Поля будет чемпионкой мира. После этих прыжков в Твери, я уверен. А москвичка тяжеловато. О. Поприветствовали наших здорово замечательных спортсменов. Они великолепно справились и показали свое мастерство. Макс, дорогие здорово, жители Макс. Твери, мы вас любим, приветствуем. Ждем на нашем прекрасном аэродроме. Вы приедете, не пожалеете. У нас прекрасная природа. С палаткой? Везде, с подарками? Области. А, с подарками. Прекрасные да спортсмены, ну, профессионалы. Прекрасная номер обстановка, один, номер один, дружеская. Сейчас пролетят эти, еще какие-то чуваки. Как белые птицы самолет пролетает над нами, над отбасуем дождь. Поздравляйте! Днем города! И сверкает туркей купола.